Препарат, который используют для дезинфекции подъездов, где живут зараженные и контактные, Ника Экстра М Профи. Его используют для уничтожения возбудителей атипичной пневмонии, птичьего гриппа, полиомиелита и других заболеваний. Это не хлор в чистом виде. Для человека при правильном применении он безопасен. При попадании на кожу, если просто это вылить, 3-4% это слабо раздражающий эффект. Вот, даже при введении в брюшину, то есть если попадает вовнутрь, это 5-й класс, нет токсичных веществ. То есть, как бы, чтобы народ не беспокоился, понятно, какой-то запах будет, потому что, это дезинфицирующее, это не какой-то запах, который при дыхании будет вызывать какие-то аллергические, раздражающие реакции. Препарат распыляют под давлением. Около 20 минут в подъезде висит облако, жильцов просят не выходить в это время. Дышать можно только в респираторах. Средство оседает на поверхности и в течение 5 минут убивает вирусы. Уже через полчаса после обработки можно заходить в подъезд. Часть домов, где живут зараженные или контактные, находится в ведении центра ЖКХ. Их дезинфекции уделяют повышенное внимание. Обработка специализированной организации проводится 2 раза в неделю, а работники центра ЖКХ, то есть уборщицы лестничных клеток, проводят обработку ежедневно с протиранием всех контактных поверхностей, то есть перилы, дверные ручки, почтовые ящики, лифтовые кабины, кнопки на каждом этаже. То есть проводится дезинфицирующими средствами обработка. Без дезинфекции не остались и другие дома. Под управлением центра ЖКХ их около 600. Ежедневно там идет обработка гипохлоритом натрия. В период пандемии компания мобилизовала все ресурсы. К нам присоединяются и другие специальности людей из центра ЖКХ. И плотники, и слесаря помогают нам обрабатывать подъезды, потому что хочется продезинфицировать все и захватить как много больше площади. Также ежедневно идет контроль за качеством уборки. По всем вопросам жители домов под управлением центра ЖКХ могут обращаться по телефону 9 33 33.